guys, this is part two of us organizing our fidgets. Anyway, let's move on to the next drawer. These little guys definitely need a place in here. Okay, that's it for that drawer. Next drawer. Wacky tracks will go in here. And the small one. Marble and mesh will go in here, as well as snappers, infinity cubes, tangles, peanut poppers and pea poppers, magnet rings, specs, monkey noodles will go right here, this snake, flippy octopus, and these Mickey Mouse dimples. Almost forgot these AirPod cases. And that's it for this drawer. Next up is the stress ball drawer, but before I put these globules in, let me go wash them. That's better. Let's put in some needos. Now let's try to fit in some Orbi stress balls. Guys, I don't know if this drawer is gonna fit. And here's the last Pop-It drawer. Всем привет. И вчера я украсила и доделала мой фишборд. Сейчас будет на него обзор. Ну, тут крышечка, тут типа трубочка, эти все антистрессы. Я делала очень давно. Ну, вот это вот половинка. Ну, вот эту всю половину я делала вчера. Первое, это вот такой вот антистресс. Это типа трубочка на веревочке. Я ее еще украсила вот таким декоративным скотчем. Второй антистресс – это сквиш обычный. Третий антистресс – это просто вот так вот можно делать, а можно вот так водить. Это лево. Это спиннер, но он необычный. Он типа вот так вот делается. Тут разные смайлики. Это я придумала, это очень классный антистресс, по-моему. И вот так и крутить можно. Следующий антистресс – это вот такая крышечка, я его тоже украсила. Вот эта идея моей подписчицы. Дальше вот такая крышечка. Вот откручиваем, типа вот так закручиваем. Тут бусинка и две липки. Так мало видео. Таких комментариев было больше 20 точно. Я, короче, приехала к бабушке, поскольку мы просыпаемся где-то в часов 9. Во сколько мы просыпаемся? Наверное, где-то в 9.30, 9.40, не знаю. Потом мы идем чистим зубы, вот эту всякую фигню вот это делаем 10 минут где-то. Потом кушаем минут 40, может 20. Ну и дальше идем на второй этаж, и у нас особо интернет хорошо не ловит. Ну и плюс меня сестра заставляет делать фишборд и так далее. И я это снять не могу вообще ничего, потому что мы всякое играем, там типа все такое делаем. Я вообще не знаю, что для вас снимать. В принципе, я снимаю очень много видео на аккаунте с анонимкой. Ну как очень много. Просто у меня вообще нет идей для видео. Если я хочу кинуть путь, то там бабушка сидит. Я же не могу при бабушке брать телефон и кидать. Она меня уже раз наругала. Поэтому, да, извините меня, пожалуйста, я вас очень люблю. Спасибо за такой актив. Поэтому буду стараться для вас снимать. Извините, меня будет больше. Ребята, всем привет. И это важная новость. Я создала аккаунт анонимки. Ник я оставлю в описании. О, боже мой. Я там сняла только одно видео, но я, может быть, еще что-нибудь туда сниму. Просто прошлому аккаунту не было актива, и я перестала вообще снимать туда видео, поэтому я его удалила. Но здесь на этом аккаунте у меня будет больше актива и больше аудитории. Надеюсь на вашу поддержку и подпишитесь, пожалуйста. Взамен буду лайк. И да, не судите, я там много ничего не снимала, но я обещаю, скоро сниму. Всех люблю, пожалуйста, подпишитесь. Ooh, a fresh pie. Save me a slice. That's good. Okay, that's good. Yeah, that's... All right, that's good. Okay, okay. All right, okay, all right. Okay, that's good. That's good. It's enough slices!
проверим на все мои антистрессы, что я вот это вот быстрее запупырю, быстрее, чем ты. Подпишешься, лайкнешь это видео, прокомментируешь это видео и репостнешь это видео. Ну что, я же говорила, гони мне все антистрессы. Какой самый любимый поп-ит? Окей. Ну, наверное, у меня самый любимый поп-ит это вот этот Амулькас. Если что, конечно же, после Аркадия. Я Аркадий не придум. Ну просто поскольку Аркадий, а точнее его фейк, настоящий Аркадий на квартире. Ну так вот, потому что Аркадий, он лежит в машине, я не могу его сейчас показать, но вот на первом месте у меня Аркадий, на втором месте, наверное, вот этот вот Among Us. Пишите еще вопросы из задания, но не выкинуть все свои поп-иты, можно просто выкинуть поп-ит, потому что у меня сейчас тут один вот этот вот поп-ит, Simple Dimple, и клавиатура тоже Dimple такой, типа, вот. Короче, сейчас покажу. Вот все антистресс. Вот такая вот клавиатура. Вот мой любимый поп-ит Among Us. Тройной Simple Dimple. И вот такой браслет. Можно писать в виде поп-ит. В общем, жду заданий.